Сейчас мы вам расскажем про теплицу «Легенда». «Легенда» идет разных размеров: 3 метра шириной, 2,5 и 2 метра шириной. Длина кратная метру любой длины. Данный образец показан. Одна сторона стекло. Видите? С другой стороны идет поликарбонат. Также можно поставить дверь. Покраска идет примерно порошковая. 80-17 цвет, коричневый. Также труба идет оцинкованная. Проветривание можно сделать в виде форточного блока. Можно автомат поставить, можно ручной. Также квадратную форточку. И в стене. Двери также можно любого плана. Купе с форточкой, цельные двери, обычные двери. Устанавливается на брус, либо можно установить на ваш ленточный бетонный фундамент. Здесь показана двухметровая легенда. Также профиль трубы идет 40 на 40. Прогоны идут из трубы 20 на 20. Трубы идет 40 на 40. Прогоны идут из трубы 20 на 20. Дверь такая вот красивая, пластиковая. Также легенда 2,5 шириной. Здесь идет дверь с форточкой. Ее можно открыть как отдельно, так и вместе. Для проветривания зафиксировать на крючок. Показаны 7 подвязки для растений, в виде троса можно сделать и в виде трубы. Раз, два. Также ставятся укосины для более жесткости. Форточный блок с автоматом и ручной. Такая красота. 2,5 шириной и 3. Также можно под стекло и под сотовый поликарбонат. Также у легенды высота стены идет 1800. В коньке она идет 3 метра. Это легенда 3М шириной. У легенды 2,5 шириной идет 1600 стена. И 2700 в коньке. Вот готовые запчасти на легенду 3М. Здесь подписаны легенды 3М. Нога, оцинкованная труба 40 на 40. Здесь также легенда 3М, крыша. Также здесь уже заготовки лежат под бак, под емкость, подставка под кубовую емкость. Также все из трубы 40 на 40. Оцинкованная. Уже готовая легенда арки 3М. Готовая под покраску. Также здесь уже просверленное отверстие для прогонов связи между арками. Также присутствует отверстие для крепления поликарбоната. Оцинкованная труба 40 на 40. Всем привет! Строили мы теплицу «Легенда» 3 на 6 под стекло. Делали мы ее 2 дня. Алюминиевые двери по торцам с крючками, с замками. Закрыто, открыто. Каркас из трубы 40 на 40.
покраска полимеропорошковым способом, диагональные усилители, много штук, все на бетоне, закреплено анкерами, стекло крепится, система, база, крышка, профиль, по низу резиновый уплотнитель плюс отлив. Три форточных блока в наличии на термоприводах и система подвязки под винитки на каждую сторону. Вот такая теплица красивая, прозрачная у нас получилась. О, сейчас отойдем. Выглядит супер. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх. Задавайте вопросы. Всем пока. Всем привет. Сегодня строили теплицу Легенда 3х6 со стеновыми фурамугами. Дверь с форточкой с одного торца. Форточка торцевая с другой стороны. Есть система подвязки. Есть диагональные усилители. Труба 40х40, покрашена полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Поликарбонат 4 мм. Защищен торцевым профилем. Вот такая получилась у нас теплица. Большая, красивая. Стоит на брусе. 100 на 100. Брус обработан и закреплен в земле.